все, что с тобой происходит, это и есть воля Божья. Вот, все, что к тебе там, в общем-то, пришло, вот, все, что с тобой случилось, этому надо удивиться. Что такое удивление? Это когда человек встает около какого-то дива. У дива стоит. Вот произошло с тобой какой-то из ряда вон выходящий случай, да? Упал на тебя, там, я не знаю, кастрюля с щами, да, там, со второго этажа, да, там, это, вот. Можно озлобиться, а можно удивиться. Жизнь любого священника в буквальном смысле – ежедневная дива. В каждой исповеди перед глазами часто проходит целая жизнь, полная загадок и непредсказуемых поворотов. Отец Игорь Фомин исповедует уже почти 25 лет, с тех пор, как рукоположился в священный сан. Нет, давайте ее здесь распечатаем, чтобы вот где-нибудь здесь сейчас прям поставим. Храм благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Его настоятель, протоиерей Игорь Фомин, встречает новую алтарную икону. Храм построили 5 лет назад, но внутреннее обустройство еще продолжается. Храм благоверного князя Александра Невского еще долго будет находиться в лесах. Стены и купол столь большого храма расписывают всего лишь 2 человека. Работу выполняют и доверяют строго своим, чтобы все было в едином стиле и одной рукой. Так дольше, но надежнее и дешевле. К выбору иконописцев пристальное отношение не случайно. С последней алтарной иконой случился казус. Случилось так, к сожалению, что мы заказали иконы, причем много икон заказали для храма, одной мастерской, и были выплачены деньги, большая часть была выплачена денег, и, к сожалению, они нас подвели, нас обманули, хотя до этого мы очень замечательные, прекрасные иконы написали, скрылись с этими деньгами. Ну что ж, и вот нашли других мастеров из Палиха и решили продолжить. Слава Богу, нашелся доброход. Этот храм – любимый дом для сотен прихожан, семей, студентов, преподавателей. Дом для его настоятеля, отца Игоря Фомина. А ведь он мог бы выбрать совсем другой жизненный путь. Например, стать врачом. В старших классах он серьезно увлекся медициной. Перед армией закончил медицинское училище. Вот, влюбился в медицину, хотел быть хирургом. Вот, и после армии поступал в медицинский институт. Хотя мне отец Василий, наш духовник, он сказал, говорит, нет, давай-ка сразу в семинарию. Я говорю, батюшка, ну вот у вас есть светское образование, мне тоже хочется. Мне очень хотелось в медицину. Он говорит, ну зачем тебе, не надо, вот поверь. Я говорю, ну так хочешь. Он говорит, ну ладно, иди потеряй годик. Я так обрадовался, думаю, почему годик? 5 лет, там еще всякие ординатуры и так далее, там подобное. Слова своего духовника, отца Василия Ладышевского, он вспомнил позднее, когда завалил первый же экзамен по любимому предмету. Я зарезался на первом экзамене, хотя все было благоприятно, я подготовился. Мама преподавала в медицинском институте, в 3-м меде, и в тот момент, когда я поступал в 3-й мед, на нашей квартире свободной жил сын ректора 3-го меда, вот со своей семьей, только-только вот образованный. Ну, то есть, понимаете, что все самые благоприятные условия, они были... Сложно. Я должен был поступить. И первый экзамен – это был экзамен по литературе. Сочинение надо было написать. «Творчество войны» в стихах Высоцкого. Я один из первых написал это сочинение на несколько страниц и сдал. Вот сдал, и у меня никаких вопросов не было, что я написал все правильно. Ушел, стал готовиться к следующему предмету, биология или химия, я же сейчас не помню, что там было. Причем это было в день Петра и Павла, я утром зашел, причастился на Новослободской, в общем-то, в храме, прекрасно помню этот день, пошел сдавать экзамены, все замечательно было. Вот. Посмотрел, когда следующий экзамен, подготовился, пришел на него. Стал смотреть списки учащихся, абитуриентов, которые сдают экзамены, и не нашел себя. Думаю, ну как так? Видно, пропустил, невнимательно. У меня это случается, бывает, я еще раз посмотрю.
Нету? Нет. Ну вот да. Я думаю, не может такого быть. А в горделивую голову влезть не могло, что ты не сдал экзамен. Завалив экзамен, он не расстроился. В голове крепко сидели слова духовника. После мединститута он забрал документы и на следующий год поступил в семинарию. Так несостоявшийся врач стал врачевателем человеческих душ. Бог ведет нас часто непонятными, запутанными тропами, сбивает намеченные планы, дела, встречи. Лишь намного позже мы понимаем его гениальный режиссерский замысел, его промысел о нас. Тот день в жизни молодого священника Игоря Фомина был именно таким. С намеченными планами, делами и встречами нужно было помочь родной тете построить мост в разрушенной деревне. Молодой батюшка с охотой отозвался на предложение, но с самого утра день пошел наперекосяк. Утром, пока все просыпались, она говорит: слушай, поехали, говорит, в деревню съездим, ты на машине. Говорит, я тебе, говорит, наш молитвенный дом покажу. Они там в деревне, у них храма не было, но они открыли молитвенный дом, прям в какой-то избушке, им кто-то отдал избушку. Туда приезжает батюшка, там служит литургии. Вот, ну, интересно. Разрушенная колокольня оставшаяся, говорит, мы пройдем, посмотрим. Говорит, и, говорит, ну ты на машине, говорит, зайдем в магазин и закупимся. Я говорю, конечно, поехали. Значит, я облачился, все-таки молитвенный дом, заехали в молитвенный дом, очень красиво оформлен, какие-то вырезанные из журналов бумажные иконочки развешаны, половички бабушками связаны. Ну, так, знаете, вот это очень уютненько, все чистенько, аккуратненько, прекрасно. Спели тропарь, я сейчас не помню, какой тропарь спели. Вот, выходим, и вдруг бабушка какая-то заходит. Заходит бабушка, говорит: ой, говорит, а ты что, сынок, поп, что ли? Я говорю: да, матушка, вот такой, какой есть поп. Она говорит: слушай, говорит, а мы вот сегодня, говорит, там 30-я годовщина. Говорит, давай послужим по нищету. Я говорю: ну давай. А сам думаю, там мужики уже собираются-то. Вот, наверное, встают, сейчас уже, наверное, чуть-чуть опохмелятся, покушают. И надо идти делать, пока световой день, там мост, бревна валить, ну и так далее, там подобное. Но благому начинанию в тот день так и не суждено было сбыться. До строителей священник не доехал. По пути к мосту возникало то одно, то другое неотложное дело. Рядом с местной заброшенной колокольней батюшкину машину остановил странный незнакомец. Ну, посередине пепелища, колокольни, Маша плюс Вася равно любовь. Ну, все как и везде, все как и обычно, да. Ну, посмотрели, поцеловали камни, вот, развернулись и пошли. А мимо нас какой-то такой парень пробежал в очочках, красный такой, круглый. Вот, куда-то пробежал, ну, пробежал. Мы сели в машину, и вдруг мне в стекло такой удар. Я даже прямо аж вздрогнул от неожиданности. Вы поп? Я говорю, да. Он говорит, я хочу исповедоваться. Я говорю, а в чем вопрос? Он говорит, я иду вешаться. Он говорит, не хочу с грехами, хочу без грехов. И, знаете, вот меня отпустило. Сразу отпустило. Я понял, зачем я приехал за 400 километров, зачем меня Господь везде остановил, везде провел. Господь великий режиссер. Он сделал так, что мы с ним пересеклись. Он, Господь дал шанс увидеть человека в рясе с крестом и дал ему возможность вдруг задуматься. Потому что, как я помню, в общем-то, это состояние он вынашивал долго. Что толкнуло на страшные мысли, подробности несостоявшегося самоубийства останутся тайной исповеди. Она длилась 1,5 часа в разрушенной колокольне. Он никогда не причащался, он никогда не исповедовался, он никогда не был в храме. Наверное, священников видел, в общем-то, по телевизору. Вот. Ну, наверное, вот и все, что он знал о этом. Но он воспользовался этой ситуацией. И, я надеюсь, до сих пор живет.
После той исповеди он поразился тому, как Господь деликатно, но настойчиво управляет и направляет, и при этом всегда оставляет выбор. Тогда понял, когда сел в машину после этой исповеди, что мост мы не построим. В общем-то, так оно и получилось, потому что не ради моста сюда привел Господь. А может быть, Господь даже надоумил этих мужиков украсть мост для того, чтобы... что не я спас. Вот здесь это очень, очень важный такой аспект. Я стал тем винтиком, механизмом, или, может быть, той пешкой вот в этой большой стратегической партии, у Бога, где он дал возможность человеку, скажем так, ну, многое что осознать. Для меня это, конечно, было поражением. Вот поражением всего моего представления о любви Божией. Вот. Но и о той, наверное, настойчивой деликатности, которую Господь эту любовь предлагает. Все-таки у человека остается право выбора между одним и другим поступком. Батюшка, вы мороженое любите? Очень. Очень люблю мороженое. Это, наверное, куда-то в детство меня, в общем, так отбрасывает. Да, очень, очень сильно отбрасывает в детство. Хотя я не могу сказать, что мне как-то, в общем-то, грустно и сейчас, в общем-то, в этом состоянии. Но детство, оно всегда есть детство. Оно всегда, в общем-то, прекрасное. Вот, и когда ты ешь мороженое, просто прям так всплывают какие-то моменты. Вот ты с дедушкой идешь, там, ветераном войны за руку, маленьким. Или там с папой, который работает в Академии наук. Нынешнее мороженое все же уже не то, что в детстве, и по весу уступает 80 граммов против 100, и по вкусу. Больше всего на свете он любил дедушкино мороженое, его ветеран войны готовил сам. Да-да, ел мороженое, да, и до сих пор ем мороженое, и люблю это мороженое. А с чем любите мороженое? Совсем. Совсем. Вот, да, лишь бы мороженое, да. Но только шоколадное, может, не очень люблю, хотя... А я вот наоборот люблю. Да? А это у вас какое? Персиковое? Какой-то ананас, наверное, или еще что-то такое. Ананас. Да, ананас. Ага. Причем щербет вкусный, действительно. Скажите, а в вашем детстве, ну, было мороженое или были очереди за мороженым, был его дефицит? В моем детстве было разное мороженое. Было, нет, дефицита в мороженом не было, вот, но в моем детстве было даже самодельное мороженое. Я помню, как дедушка, главврач госпиталя, вот одного подмосковного, он делал мороженое. Зимой крутили это в снегу, бетон, там это сливки, как-то все добавлял, взбивалось. Я это сейчас уже подробности не помню. Это было самое вкусное мороженое. Детство будущего священника было, как у большинства советских мальчишек. Пионерский галстук он чаще носил в кармане брюк, любил похулиганить и с друзьями катался на товарных поездах. Опасное баловство, как водится, до добра не довело. Хулиганов поймала милиция. Тогда Игорю Фомину впервые досталось от родителей. Естественно, милиция – это все-таки такое подсудное дело. В школу пришли, вызвали. Ну и, в общем-то, родители потом вызвали. Моим родителям досталось. Слушайте, сейчас же за это даже уголовка светит. Да, ну тогда, в общем, первый времена раз… Времена были не такие, да, суровые. Первый раз нас там простили, хотя погрозили там детской комнате милиции, на учет поставить, еще что-то такое. Условный срок дать там. Ну, для нас это было что-то ужасное такое. И вот я помню, как после этого, значит, мама меня ругала. Кажется, после этого, я не помню сейчас, вот из-за этого нет. Но она меня так чехвостила. Мне было так, в общем-то, стыдно, неудобно, в общем-то, ну, естественно. Я пытался что-то там возразить. И потом она подвела к папе. Но папе, она говорит: «Юра, поговори с ним». На меня так посмотрел и дальше стал заниматься. И мне так стало, в общем-то, неуютно, страшно. Я говорю: «Пап, ну ты хоть выпари меня». Он говорит: «Накажи как-нибудь». Говорю: «Ну что такое?» Вот. Он мама же сказала. Да, мама сказала. Он на меня так еще раз посмотрел, говорит: «Ты знаешь, если ты дурак, то это бесполезно. А если ты умный, ты так уже все понял». И знаете, вот для меня это было страшнее всего.
Впрочем, ему есть что вспомнить хорошего из школьной жизни. Он коллекционировал марки, значки, старинные бумажные деньги, при этом увлекался спортом и даже стал лучшим вратарем по гандболу в РСФСР среди юниоров. Возможно, достиг бы значительных спортивных высот и во взрослом гандболе, да с расписанием вышла накладка. Занятие, как назло, каждый раз выпадало на воскресенье. Все соревнования назначались на воскресный день, вот, а я к тому времени уже алтарничал. И я одно воскресенье ездил, алтарничал, пропускал соревнования, а другое воскресенье ездил на соревнования, пропускал алтарь. И в какой-то момент, в общем-то, тренер сказал, говорит, выяснил, в чем проблема, вот, и сказал, говорит, тебе надо выбрать или попы, или, в общем-то, спорт. Он выбрал Бога сознательно и последовательно, вслед за тем, как приняли Бога в свою жизнь его родители. Сначала папа, глубоко уверовавший после смерти своего отца. Георгий Фомин работал в Академии наук и был серьезным программистом. Когда вот он скончался, в его телефоне я нашел такую запись, значит, 5 мая 1976 года. Я стал верующим человеком. Вот. Это день смерти его отца. Хотя он, ну, папа был и до этого, в общем-то, верующим человеком, но, видно, вот смерть его отца, который тоже был необычайно очень добрым человеком, она его так поразила, что, ну, наверное, какой-то новый этап был взаимоотношений с Богом. Через 3 года в 9 лет крестился Игорь вместе с мамой. Можно сказать, с этого времени началась его активная жизнь в православии. Он помнит точно, что в 14 он впервые вошел в алтарь, а 2 годами ранее, в 12, прочитал Евангелие. Причем очень быстро я его прочитал, ну, где-то 2,5-3 недели, не больше. Вот, я просто глотал. Я глотал вот Новый Завет, естественно, не всю Библию, а Новый Завет. Глотал, и для меня это было, знаете, ну вот как поражение такое, вот как, не знаю, софиты. Вот в телевидении есть софиты, вот и здесь. Что ни строчка, что ни стих, меня это просто поражало вот с ног до головы. И сейчас там читаешь, разбираешься, смотришь, еще что-то такое. Какие-то моменты очень яркие, какие-то ты пропускаешь. А тогда мне казалось, что это вот меня просто все, каждая строчка, каждая буква меня касается. И с этого момента, естественно, такая вот любовь к Священному Писанию, она была привита мне. Привито добровольно, без наставлений и назиданий, родители никогда не давили на сына и всегда давали свободу выбора. Но удивительным образом все разговоры отца всегда незаметно сводились к Евангелию. Как у него это получалось? Я вот до сих пор не могу никак это понять и разуметь, но вот о чем бы, с кем бы он ни заговорил или с ним кто бы ни заговорил, всегда в конце разговора всегда вот выходили на Евангелие и заканчивали Евангелием. Это потрясающая способность была такого отца любящего, искренне Господа, Священное Писание. Папа всегда был примером для сына. Георгий Фомин рукоположился в священнике, когда сын вернулся из армии. Так протоиерей Георгий Фомин восстановил род священников, который прервался после революции. Светлана, добрый вечер уже. Здравствуйте, да. Здравствуйте, батюшка. Да, мы ну что, завалили вас здесь? Да, завалили. Это хорошо. Хорошо. В четверг ездили за Озерное в Авантеевку. Отвезли для детского питания продукты, крупы, сахар. И ну, достаточное количество мужской обуви, то, что в чем у них, в общем-то, очень острая необходимость. И, там мужские спортивные костюмы, футболки. Я представляю, как они радуются этому. Да. Большая часть этой гуманитарной помощи, которую приносят в храм, уйдет бывшим заключенным. Церковь давно помогает общественникам. Спрос на одежду и обувь с холодами всегда высокий. То есть вот кому-то эту одежду уже надоело?
но еще может послужить. А им это все необходимо и нужно. Да. Все-таки люди, которые встали на такой путь исправления или пытаются встать, для них это, конечно, большая помощь. Да. Большая помощь. Перед его глазами прошло много историй заключенных и бывших, и еще не осужденных. Исповедь одного из них запомнилась особенно. Вечером после службы исповедовал, и как-то очень долго я задержался, и подошел, в общем-то, мужчина, молодой, лет 30, наверное, вот так вот. Он говорит, у вас есть время? Я говорю, есть. Он говорит, я, говорит, очень долго займу у вас время, говорит, я хочу поисповедоваться за всю жизнь. Я думаю, ну что там, 30 лет, ну... Хорошо, конечно, пожалуйста. Он привык в своей пастырской работе ко многому, но к тому, что это будет исповедь убийцы, готов не был. Убийца был не простым, а профессиональным. В 90-е был наемным киллером и убил немало людей. Когда он вернулся из армии, то это уже были совершенно другие времена. Это были уже начало 90-х годов, лихие разборки, братва. И его, в общем-то, привлекли к этому делу, причем ну, простыми там угрозами. Он говорит, ну, если ты не хочешь заниматься, то, в общем-то, твои близкие пострадают. Ну, в общем-то, согласился на это. И стал наемным убийцей, наемным киллером. Он, причем, когда он дошел до этой страницы своей истории, он сказал, что, говорит, вы знаете, батюшка, мне, говорит, совершенно, говорит, безразлично, что вы после этой исповеди сделаете. Пойдете там в милицию, тогда еще милиция была, или не пойдете, говорит, мне совершенно безразлично, говорит, я, говорит, просто так, вот так уже жить не могу. И действительно, какие-то такие вещи рассказал, в общем-то, знаете, ну, неприглядные, страшные, в общем-то, вещи. Исповедовался. Я, конечно, у меня это впервые было. В первый и последний раз больше такого никогда, в общем, не было. Тогда перед священником встал непростой выбор – сдать киллера в милицию за совершенное злодеяние или сохранить тайну исповеди. Но Господь очень интересно тоже со мной распорядился в этом плане. Наверное, на следующий день, если я не ошибаюсь, я открыл Феофан Затворника вот так вот просто наугад. Готовился к проповеди, и вот ну, как сначала откроешь книгу, а потом уже ищешь там какую-то страницу. И вдруг значит, какое-то слово к священнослужителю о исповеди. То, и вдруг я прочитал у него такие очень интересные слова, что если перед исповедующимся должно лежать Евангелие и крест, то перед исповедующим, то есть священником, должен лежать еще и нож. В напоминание о том, что лучше отрезать себе язык, чем разгласить исповедь. И для меня вопрос, в общем-то, был закрыт и моральный, и этический. И через, наверное, полгода, может быть, год, мне пришло письмо в Казанский собор, где он описывает свою судьбу. Причем оно уже было не мрачным, таким вот, как его исповедь, а наоборот, позитивным. Что после исповеди, он говорит, я, говорит, почувствовал, говорит, вот свободу. Говорит, я сам пошел в милицию и сдался. У него, значит, пожизненный срок ему дали, и он этому безумно рад. Для него такое перерождение души человека после исповеди – настоящее чудо. Для меня чудо – это перерождение другого человека. Тогда, когда ты в смирении, покаянии вдруг называешь свои грехи, каешься в них, да, и они прощаются тебе. Вот это чудо, вот это поразительное чудо.